Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием The Messengers. Окей, мы остановились в храме, да, если не ошибаюсь. Да, в заброшенном храме. Что у нас еще есть? Здесь мы все с вами облазили, в принципе. Есть одна вещь. В горах у нас дракон. Я не знаю насчет... Вот это у нас бабочки. Сможет ли он разморозить их? Либо мы найдем... способ разморожения дракона на холме самой, в конце, короче, заброшенного храма наверху. Поэтому погнали. Так, здесь у нас такая ловушечка, не очень сложная, не очень приятная. Просто стоим и ждем. Можно идти. Так, здесь, да, у меня были трудности тогда? Так, отлично. Падаем. А чего я тогда умер? А, все, вспомнил. От шипучих ебучек, да? Просто пронесло, повезло. Окей. Блин, мне бы сейчас как бы тот напиточек взять. Так, окей. Ладно, плевать. Ай-яй-яй. Думал, ну хотя бы тут... Хил, отлично. Кулити. Сможешь мне что-то дать новенькое? Из улучшения у нас тоже ничего в принципе нету, поэтому... Полетели. Так, вижу проход наверх. Ай-яй-яй. Отлично. Ракетоса, да? А вот это вот прикольно сделано. Пролететь и не зацепиться. Ха. Поехали. Ну и просто мастер. Ага, а теперь я нихера не мастер. А, просто идеально. Ух. Так, у нас два прохода. Замечу. Пойдемте сначала сюда. Там проход наверх. Ага, это у нас крыша. Допустим. У этого я буду все равно заходить спрашивать, вдруг мне что-то расскажут про босса, локации, если он есть. Потому что я знаю, что еще всего их осталось у нас теперь четверо, но я не помню какие. Вот там это. Вещи короля. Окей, значит нам только один вариант, куда идти. Значит, у нас один вариант, куда идти, и наверх. Илч. Ух. Допустим. Мне бы отхилиться немножко. Спасибо. Так, лучше не спешить. Так, лучше не спешить.
Ну, здесь ладно. Здесь просто. Здесь тоже просто. А, стоять. Я чуть не... Блин. Забраться наверх, а там шипы. Ай-яй-яй, ладно. Мне туда придется сейчас вернуться. Ладно, побежали обратно. Только если мне позволят шипы. Они мне позволят. И не только эти шипы. А там, где типа меняют с временем. Тихо, готово. Так, вниз и вот здесь вот. Тихо. Нужно от хила дойти хотя бы. Так, и здесь наверху, да? Ага, каев. А как мне наверх попасть? Там-да-да-дам. Тарам-тарам-та-там, да? Не, туда я уже вниз не пойду, это точно. А что здесь у нас было? Падение вниз? Прыжок веры? Ладно. Придется тогда одну силу веры потерять. Как вы здесь без урона пройти, мне интересно? А, все, понял. Я сейчас чихну. И главное, коснул. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Там хил. А, ну, окей. Допустим. Допустим так. Нормально. Нормально. Ой-ой-ой, а я же даже не знаю, что там. Ай, блин, ладно. Заново. Так, не вижу здесь сложности спуститься вниз. Сохранялка. Хил, полноценный хил. Ой-ой-ой. Ага. Да ё-моё! Блин, там оставалось. Ладно. Полноценный килл. Поехали. Окей, допустим, здесь ничего сложного.
Нормально. Нормально. Я просто не заметил, что там стены вначале сломаны. Отлично. Босс. Минуточку, это босс. А тебе что-нибудь нужно? Чатик, босс этого уровня. А вот и он. Он. Твой шанс одолеть короля демонов. Я чувствую, что готов. Надеюсь, что это так. Он погибли уже слишком много наших гонцов. Удачи. Так о чем ты как-то... Ой, блин, это финальный уже... Ну как? Ну да, финальный босс, считай. А, все, я вспомнил четырех врагов, которых я сейчас думаю. Раз, два... А, нет. А, червь пришел поиграть. Барматозель. Ой, что такое? Все, Барматозеля нету твоего? Барматозель! Он больше не сможет тебе помочь. Что? Невозможно. Что-то не так? Король боится сделать хотя бы что-нибудь сам? Довольно. Ты заплатишь за свою дерзость. Приготовься к смерти, ниндзя. Ого, ого. А, банать. Слушай, а ты мне не страшен тогда? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, что вы придумали? Получай. Не, челик, так легко будет. Ай-яй. И что, второй фазы не будет у тебя? Даже если понимаешь, что ты его взорвешь, по сути, я смогу тебя атаковать, когда ты приземлишься вниз. А, все? С тобой покончено? Это вторая фаза? Ух ты ж, ё-моё. Так, я это сломать не могу. Воу-воу-воу-воу. Блин. Хорошо, допустим. Эта фаза не очень сложная. Так, а вот это вот сложновато. Потому что у меня хп нету. Не сложно, не сложно. Нет. Нет, 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 нет. Ты считаешь это смешным? Манать. Нет, вот это серьезная проблема сейчас была. Это серьезно. Хорошо, первую, допустим, фазу можно пройти без получения урона. А вот начиная со второй. Поехали. Главное не коцаться. Ай-яй-яй. Он уже красный. Может оставлять на вторую фазу?
Я вот думаю. Ну, отсюда сейчас вылетит ракета. Поехали. Ты чё, гонишь у тебя? Боже, не в этом хп на одну тычку. Бля. Поехали. Вам, понимаете, на второй фазе главное не ошибиться. Все, видите? Все, я его бить не могу, там на одну тычку нужно было. Ай-яй-яй. Или все-таки мне нужно было на эту фазу оставлять? Потому что эта фаза посложнее будет. Здесь главное рассчитать вот полет этих глаз. Как они стреляют. Вот. То есть я не успел. Хотя по одному один раз дамажит. Главное еще успевать. Нужно к середине остановиться. Середины начинать. Ой, успел, успел. И все? Вот это был конец босса? Да уж. Не ожидал, не ожидал. Блин, а где были все-таки эти мудрецы, чтобы разморозить мне чувака? Ты получил корону короля демонов. Может быть, кто-то из-за синих мантий знает, что с ней делать? Это ничего не меняет, ниндзя. Чары музыкальной шкатулки пока еще слишком сильны. Проклятие так и не будет снято, твой мир падет. Да, мой мир падет. Короче, мне нужно по самый верх поднимусь. Без Б. И с самого верха я упаду. Вниз. На то место, куда мне нужно упасть. Главное упасть правильно, я думаю. Это самое важное. Хотя у нас время есть, если что, я сюда еще вернусь. А чё? Чё, бля? А где этот высокий подъём? А, это подъём, где я летел. Каевчик. Ладно, посрать. Опа, а тут можно забраться, да? Или нет? Блин, мне как-то теперь нужно понять, как попасть туда. Дело в том, что я не понимаю, как. Дайте ракету. Мне знак силы нужен. Как мне попасть? Как мне попасть? Там проход вниз есть. Ага. Вот так дальше. А вот ниже там уже смерть. Хорошо, теперь, может, мне наверх нужно полететь?
АЕФ, как мне это заново проходить. Нет. Тихо, а то сейчас еще сдохну. Может, мне прыжок времени нужен? Правильно, время подогнать, типа. Класс. Ну ладно, мне только тогда сюда. Еще 4. Как мне достать вот этот? Ё-моё. Заново не хочу вообще начинать. Он мне по-другому никак туда не попасть, в принципе. Нет, тут есть вот еще проход какой-то. В эту комнату. Так, здесь я наверх, наверх. Ща. Я сейчас здесь, я сюда прохожу, там вверх подъем. Здесь не пройти, здесь нигде не пройти. Ну да. Тогда без вариантов. Туда без вариантов. Да, тут без вариантов. Где мне будет выгоднее тогда туда пойти? Как мне тебя достать, бля? А, мне еще в эти, в горы нужно пойти, в ледяные стоять. Погнали в горы. Побежали в горы мы с вами. Побежали. Мне нужно спуститься чисто вниз. Так, палка. В принципе, я тут не умираю, да? Пусть здесь умираю. Ладно, запомним. Побежали. Так, сохранение. Так, вниз. Почему здесь не пишут, что тут падение? Ай. Там хил был. Я видел, там хил был. Я не слепой. Ладно, бежим номер 2. Эй, а тогда хил был. Умри. Ну если ты не умер. Ну нафиг. Ну тебя нафиг. Так, сохранился.
блин, тупая стена, я подумал, что это просто щели в стене. Ай, ладно. Плевать. Кайф. Обожаю такие падения. О, хотя подхилился. Так, вниз. Блин. Так. А, там тогда ни дракона не будет точно. И что мне делать? Слышь? Что мне делать? Каких магов? Каких мне тебе магов привести? Издеваешься? Я не могу никаких магов найти. Путешествие во времени, ладно. Погнали в путешествие во времени. Ай, здорово! Ну ты поговорила с пророком. Да, похоже, у тебя есть все шансы снять проклятие с нашего мира. Так, значит, ты можешь... Ты тоже была гонцом? Верно. Мои особые способности были путешествия в прошлое, а ты, похоже, умеешь перемещаться в будущее. И если пророк не ошибается, чтобы спасти друга, тебе понадобится вот это. Ништяк. Прощай, ниндзя. Мы все рассчитываем на тебя. Отлично. Знаете, что это значит? Это значит все. О, кай. Ну, я так, знаете, подумал. А давайте я. Ой, сейчас еще сдохну. Этот моментик оставлю на потом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!